Без малого 170 тысяч гектаров шматгадовых трав скошено господарками Могилевской области. По информации облсельхозхатшу, это 78% от задания первого укоса. Так у СВК рассвет, что в Кировском районе первым укосом планируют нарыхтовать 15 тысяч тонн сенажа. Как переконалися наши корреспонденты, косовица напруженная пора. Богатая как на працу, так и на рекорды. Спасибо за работу, вашу семью, за поддержку, понимание. По поручению президиума районной организации профсоюзной нашей вручаем вам благодарственное письмо. Благодарственному письму вот такой вымпел отличительный. Механизатор СВК «Рассвет» имя Орловского Константин Петрушин рыхтовал 11,5 тысяч тонн зеленой массы. На молот кажуть рекорды не только для района, а и для области. Частишка все вкладывает все свой труд, то чтобы, как говорится, и намолотить, и в яму завести. Главное, отвозка, чтобы было слажено, чтобы подъезжала техника постоянно. Отвозка, это в первую очередь хорошо, но у нас она тут слажена. Быстро, все молодцы, ребята не подводят. Такий ось комбайн New Holland FR600. Его могутность 1000-1300 тонн зеленой массы за сутки. Однако, как кажут сами аграры, техника без добрых господарчих рук – это только набор деталей. Працовный день Константина Петруши начинается у 6 годин раницы, перепынок на обед и до 8 вечера, а частяком и больше. Работы шмат, але, как кажут у господарцы, одна година косовицы литерально месяц кормить. Планируем с первого коса заготовить 15 тысяч тонн сенажа и 1200 тонн сена. Народ относится с пониманием, замечаний, вопросов нет. Ну вот, как пример, Петруша Константин Константинович, как лидер и пример для подражания другим механизаторам. У целом по Кировском районе за первый укос запланировано скосить 11 897 гектаров. Сегодняшний показчик 76% от огульных площадей. Павел Савицкий, Андрей Чорный, Новин регион.